Микст. Он там! Быстрее туда! Да-да-да, я продолжаю строительство своего корабля, чтобы добраться до гор золота. Йо-хоу-хоу-хоу, и бутылка яблочного сока. Да, с каких пор пираты пьют яблочный сок, непонятно, но, в общем, вот как-то так. Сегодня я собираюсь построить в одиночку, у меня тут с собой есть попугай Кеха. Его зовут Кеха. Кех, может, поздороваешься с нашими зрителями? Кех, может, скажешь что-нибудь, а? А, ну да, я совсем забыл сказать, что он у меня плохо воспитан. Кеха у меня одноглазый, одноногий. Ну, в принципе, я тоже одноглазый. И почему-то у меня тут нарисована какая-то синица, сойка-пересмешница, или это как ее там, ласточка какая-то непонятная. Но это не важно. Это мне никак не поможет построить корабль, хотя с одним глазом можно настроить какую-нибудь лабуду, но вот мы этим сейчас и займемся. Один глаз у меня, один глаз у моего попугая Кехи, два глаза на двоих, нормас. Итак, первым делом, прежде чем построить корабль, нужно окунуться в воду. Воу-воу-воу, холодненько, Ой, окунулся. Ладно, сейчас меня из травмпункта выпишут, и все будет. В принципе, я окунулся, как я выяснил, что морж из меня никакой. Моржового жира у меня тоже нет, подкладок жировых тоже нет. В общем, ну вы поняли, о чем я говорю. Поэтому, чтобы мне перебраться через эту реку или через это море, мне необходимо построить крутяцкий корабль. Оу, кто-то поплыл. Чувак, кажется, у тебя уже лодка рассыпалась, пока ты выплывал из бухты. Итак, что в корабле самое важное? Конечно же, руль. Как же нам управлять кораблем? Руль у нас есть. Это хорошо. Я могу даже поставить два руля. Вот так вот. А можно и три вот так вот. И еще четвертый. Блин, четвертого руля, что ли, нет? Да, господа, четвертого руля, к сожалению, нет. И по идее, рулиться вот так вот должно лучше. То есть я могу и вперед, и назад рулить, но это, конечно, все забавно и смешно. На самом деле это все не так. Конечно, мне понадобится всего один руль. Эй, убирайся. Да уберись ты! О. А что мне нужно еще? Конечно же, мне нужна основа. Но чтобы эту основу сделать, мне нужно убрать руль. Я понимаю, что я все делаю через коряку, как у вантатума, контантума. Что-то какой-то Гарри Поттер пошел. Короче, я все делаю через одно другое место. Это как? Я сам даже не знаю. В общем, строю плот. Плот у меня будет, ну, простой. На сколько у меня тут? Раз, два, три, четыре. На 4 квадратных деревяхи. Вот такой вот. О, ну, что-то более-менее похоже, да, на серфинг какой-нибудь уже. Короче, это гладильная доска. Чё я себя обманываю? Дальше продолжаю. О, неплохо. Вот уже что-то более-менее. Сколько у меня таких квадратов-то? В общем, строю пока есть. А, все? Блин, все, закончилось. Зря я это сказал, сам себя накаркал. Я думал, у меня побольше этих квадратиков будет. Что у меня есть еще? У меня есть вот такая вот штука. Не знаю, для чего она. В принципе, она мне сейчас не нужна, поэтому я сразу поставлю себе руль. Руль — это хорошо. Ну, есть руль, значит, должно быть и кресло. Конечно, на кораблях кресла не было, но мы же живем с вами в современном мире. И поэтому я могу поставить себе табуретку или лавочку, что удобнее. Конечно же, лавочка, я там могу лечь, полежать на табуретке, я согнувшись, горбатым поеду. Это, короче, не камильфо, это не лухари, поэтому, конечно же, лавочка. Что еще мне нужно здесь поставить? Ну, как бы эту вот эту вот штуку. Забыл, как она называется. Как ее, эту мачту. Вот, мачту. Ну, учитывая тот, что. О, привет. Подписчик пришел. Здорово, дружище. Ты будешь у меня этим, матросом, альбатросом. Так, мачту. Куда мне прикрепить мачту? Вот сюда я прикреплю мачту. У меня их. Даже несколько штук, но, по-моему, мне хватит и одной. Я боюсь, что моя корма перевесит, и я пойду ко дну своей попой. Так, что у меня есть еще?
У меня есть металлические конструкции все различные. Сейчас мы их тогда в передок поставим. Металл же крепче, чем дерево. Правильно. Поэтому он будет принимать на себя удар различных глыб льда и прочего, что там только есть. Все различные непонятные фигни, которые будут нам встречаться на пути. Так, да блин, у меня этот уголок только один. Ладно, будет с этого угла. Тоже неплохо. Что еще? Ну, учитывая, что ржавого металла у меня, в принципе, побольше, чем дерево, я могу... Нет, я набрал. У меня его меньше. Тогда нужно это все дело переделать вот таким вот образом. И сделаю тогда нос у своего корабля. Во. Мега-пипка будет пробивать все, что будет на моем пути встречаться. Дальше, что я могу сделать? Я могу сделать, конечно же, как в машине, лобовое стекло. Правда, это будет нифига не лобовое, это будет деревянно-непрозрачный лобаж. Но это даже, наверное, к лучшему. И я думаю, что вот эту фигню я уберу и поставлю еще один деревянный лобаж вот сюда. Да блин, он... у меня нет лобашей больше. Ладно, придется вернуть эту штуку назад. Как она у меня там стояла? Вот так вот она у меня стояла вроде. Да, кривенько, кривенько. Нет, я хочу переделать. Вот так. Это абзац полный, капец. Также у меня есть нержавый металл. Сколько у меня кусков его, я не знаю, сейчас посмотрим. О, неплохо. Ну и конечно же, как же без шлюпок на корабле? Вдруг какой-нибудь там, я не знаю, случай, когда наш корабль будет тонуть, у нас будут спасательные шлюпки. В роли спасательных шлюпок у нас выступят лавки. Как бы лавки не тонут, в принципе, можно за них захватиться, если чё, да, и куда-нибудь доплыть до какого-нибудь берега. Поэтому лавки я ставлю по всему периметру своего мега-крутого корабля. Ну, а самое главное, это рулевое управление. Руль у нас есть, а чем управлять? У нас должен быть, ну, своего рода плавник такой, так что нужно сделать этот плавник у нас сзади. Вот такая вот штука приспособа. Сейчас, да блин, не ставится. Вот так вот. Вот так вот, и, естественно, блин, сам плавник. Сам плавник, а из чего у меня будет плавник? Во. Вот из чего у меня будет плавник. Вот из этой штукенции. Она все равно у меня никуда, ни туда, ни сюда, так что, во, покатит. Покатит. А здесь у нас будет, ну, дырище, но ничего страшного. Будет ветер и капли воды заливать мне мой один глаз. Короче, залипну нафиг в этой реке. Дальше, продолжаю, что у меня есть? У нас есть вот такая вот фиговина, не знаю для чего она, ну, наверное, это тоже для мачты, там, для поддержания, для чего. Фиг его знает, но... Наверное, использовать я ее не буду, да. Из оставшегося металла я сделаю себе кабинку пилота. Я же все-таки экстремальный пират, у которого необычный корабль, у которого просто огроменное кормище, ну, за счет мачты. Так что предлагаю сделать еще кабину на всякий пожарный, если все-таки мачта меня перевесит. Это, скорее всего, так и будет. В общем, я предлагаю пока остановиться на этом и попробовать запустить наш корабль. Почему я на лавочку не сажусь? Блин, на лавочку не могу сесть. Придется на лавочку еще сверху табурет поставить. Ой, кажется, табурет у меня в воздухе будет, да? Нет, в воздухе мне ничего не нужно. Мне нужно, чтобы табурет у меня стоял прямо напротив руля. Вот так вот. Так. Все. Я сел, только как бы... Буду рулить мачтой, господа. Ладно, пофиг, попробую так. Поехали, я готов. Йоу! Нифига себе, я плыву! Вы прикинь... А! Моя мачта меня перевернула. Все-таки моя корма оказалась тяжелее. Да. Ну, посмотрим, как далеко я смогу уплыть. Первые потери. Мы потеряли одну спасательную шлюпку. Вот здесь вот она была. Но в целом мы пока плывем, пока могем. Господа, мы потеряли нос. Ну, в принципе, он для этого и был предназначен, чтобы потерять нос. И, кажется, мы потеряли еще свой деревянно-непрозрачный лобаж. Воу-воу-воу-воу-воу, нифига, вот это нежданчик. К этому меня жизнь еще не готовила. Потеря еще одной шлюпки. Кстати, у меня очень пуленепробиваемый бронебойная мачта. Ей вообще по барабану на все. Так, вот это мне не очень нравится, слушайте. Кстати, я вот так вот сейчас вот плыву, и мне кажется, что вот это вот костыль, а вот это вот ступня. Похоже на какую-то ногу. Мой корабль. Так, мы остались без спасательных шлюпок. Кажется, мне там еще что-то отбило. О, фонтанчики, это хорошо.
Да, у меня осталось на моем корабле всего... Всего ничего. Воу! Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, можно я как бы аттракционы не заказывал? А что это за блестящие камни? Да ё-моё, эти гейзеры. Да. Слушайте, ну это прям парк аттракционов какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, я... Это... Сижу на спасательной шлюпке. Да. Днище подо мной не осталось. Ну, благо, рулевое управление еще как бы там одна палочка торчит. Это меня спасет, надеюсь, от чего-нибудь. О, кажется, от мин меня это точно не спасет. Да я еще... Оу! Капец, капецкий. Все, меня разнесло на части.